Новостной видеоблог. Очень много техники приехало, МЧС, очень много людей, от всех откликнулись на помощь, все, кто был рядом. Все, есть лопаты, есть свет, везут участники на собственную технику приехали. Все заняты раскопками. Одна семья, просто больше была в домике. И этот домик сказал, что в горе ищут щупы. Есть щупы, люди с щупами, с собаками, ячейками. В общем, ну, как бы вот такая вот ситуация тяжелая, да, семья точно где-то под снегом.